Всем привет! Сегодня мы играем в Brawl Stars. Будем проходить бой с боссом. Так, да. Я уже проходил этот. Все на безумие. Так, а давайте кого бы мне взять? Давайте за Белль пойдем. Так, пошли. Ну, это самый первый уровень. А, нет, это сложный. Я проходил тут один уровень до этого. Так, бьем. 3 тычки выдали и спрятали. Даже 4. Ну, 5, 6 и 7 тоже было бы неплохо. Так. Пока я себя на него отвлек, они там сзади его разносят. А я отсюда пока разношу. Командная работа. Так. Най, 2 бота. Тыщ, одному и второму. Так. Най, свалил, надо мне на него ульт навешать. На, теперь все, теперь тебе дамага будет куча наносить. Попал. Инк. Най, свалил. Иди сюда. На, тоби. Просто разносим, уже 50% снесли. Так, давай. На тебе. Ого, 2 бота. Тыщ, минус один, минус второй. Так, а теперь дальше за робота беремся. Так. Давайте вторую мульту пропишем. Ну, лишний 945 хп не был. Всегда понравился. Так, ставим капкан, чтоб помедленнее шел. А то что так разбегался, разошел. Так. На, туби. Ааа, 1000 хп. Сейвимся. О, нормально отхили. На. 6%. И это победа, само собой. Я на тебя его отлёк, чтоб они его добрали сами. И это победа! Ну да, это всего лишь сложный уровень. Только что-то он не сложный вообще. Ну давайте еще раз пойдем за Белль. Пошли. Так. Да, Нита Эдгар. Такое себе. Так, дали ему 3 пули в спину. Давайте 4. Ну, 5. Ой, теперь будем стрелять только в руки. По рукам будем дать ему. Ну, лучше всего, как обычно, в спину. А еще лучше в голову. Так, ладно, поехали разносить его. Ты надо бить. Сейчас ульту наберем через выстрел. Ай, 2. Вот это последний. Так, не в тебя ульту будем пулять. В робота. Лови ульетки. Фу, слава богу, я в маленького не стрельну. Вот этого дальнокастрельного. Который кастрирует всех. Так, они-то отхиливаются. Причем так нормально отхиливаются. Ай, чуть не сдох. Почему Мишка, этот Мишка меня не хилит? Вот это плохо, это я не знаю, почему так сделали. А, на туби, о, вот там разнос. Ух, живой, живем. На туби еще раз. На. О, 13 хп. Не, лучше похилимся. Вот, уже 1500, другое дело. На, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, ну и убежал что-то он от нас. На тебе. На. Ну, сейчас он будет злиться. Ну, по крайней мере, 50% мы ему снесли. А это, я считаю, постой немного там. Ой, ё-моё, расстрел. Эдгар, ты как там живой остался? А, не, уже не живой. Рам. Ту-ду-ду-ду-ду. Мобы меня преследуют. А, 600 хп. 600 хп. Почти за угол зашел. Еще чуть-чуть осталось. Аж говорю, что тиммейты плохие. Так. Дайте следующую карточку. Поехали. Так. Это Нани и Бо. Ну такое, не густо. Ну, как обычно, Бо решил поставить на своей, чем самому.
быстрее набить убить, даже чем мечтал. А еще лучше стоять под этой штукой и набивать. Бо, поставь его, поставь. Трое бы набирали ульт. Но он не захотел там ее поставить за углом как-то аккуратно. Ну, кто ему бог? Кто бог? Не знаю. Знаете, я нет. Чуть не расстреляют, как на войне. 20% тем не менее мы нанесли. Он через минуту будет уже. Ай! Почему я так часто остаюсь шутным? Не! Нани решил дать ему пульку и подпустить его к себе. Но он решил его пожалеть. Не съесть. Так уж быть. Так уж быть, я тебя не съем. О, бомбардировка. Ай-яй-яй! 700 хп. Почему у меня щит не было в тот момент? Ну куда? Стой ты! Дружили ж вроде. А, пришел. А ты достал уходить от меня вечно. На, Тоби, на, Тоби, на. Ай, больно. На. Пим, пим, бум. Ой-ой, базлик. Это так, Тоби знает. Ну, у него хотя бы 20% должно убить. Если, надеюсь, что мы его должны убить. Он расстрелялся в пустую, слава богу. Ё-ма, у меня мобы атакуют. Минус один. Ой, бог как раз пришел. Что-то долго тебя не было. Ю-м, промансили. Не, куда ты? На! Аху, это походу победа. Слава богу. Не. Все, 20 тысяч хп. 5%. Ни о чем. И это победа, а я отбиваюсь тут от мобов. А, не, я даже забрал робота, походу. И это победа. Эксперт пройден. Эксперт пройден. А теперь мы пойдем на мастера. Так, загружаемся. Бо опять же и Тик. Тик такая себе, а бог можно еще. Так, ну как обычно он опять же таки там стоит. Ну я все-таки думал. Ладно, давайте дальше. На тебе, на. Ай, больно. Не бейся. Одна минка всего. И что? Я хотела его на минке наманить, но не получилось. Не судьба, походу. Так, иди на минке. На одну встал, но на вторую. Ну ладно. На одной тоже будет. На одной тоже неплохо. Минус. Бота минусанули. Ой, а этот что-то не хочет с одной пульки умирать. Ну зачем прям на меня? Не мог за редьку прокатиться. Зачем я тебе вина? Ладно. Посмотрим, как тиммейты посражаются. Но хотя бы, слава богу, он успел навешать ему 35% штуку, которая увеличивает урон. Лови аптечку. Я прям на ней спамил. Так, ты еле спасся, Артём, давай! Матерь всех! Пытаюсь! Так, Артём. Что он делает? Дамаж. Эти годы остались здесь их ничего. Никому не трогать. О, вот это я понимаю, набирание ульты. Ой-ой-ой, свали, я сказал, свали. А там живи. Ракета, бомба, петарда упала на меня прям. А, Артём, живи, у тебя 400 не бомб. Ну пытаюсь, блин. Свалили за бомбы. Ой-ой-ой, живи. Это знаете, как КамАЗ перед носом проехал. Живи. Так. 36 хипов, ты издеваешься, Артём, ты издеваешься? Ну да, я бессмертный. Да, Артём, конечно. Так, Тик, давай, подрывай. Подрывай всех подрывашки, на! А, я думаю, я умру вместе с Бо. Да. Ну, Бо что-то только умер. Игра меня решила пощадить. Вали, Артём. На, Тоби. А, наверное, мы на этом уже будем прощаться.
Ну ладно, всем... Ой, нас убили. Ладно, мы на этом будем пообщаться. Всем пока. Вы были на канале Трое Шмушек. Подписывайтесь. Ставьте лайки.